В закладке аллеи принимали участие два космонавта – герои России – Олег Новицкий и Александр Калери. Они высадили 5 декоративных яблонь, сформированных специалистами в форме плакучей ивы. Аллею продолжат вместе с развитием звездного микрорайона. Сегодня наш город празднует свое очередное день рождения, 152-е. И к каждому этому празднику мы подходим с таким небольшим отчетом о том, что сделано у нас в сфере экономики, в сфере благоустройства, в сфере дорожного строительства. Везде у нас есть успехи. Это наши общие достижения всех горожан. Конечно, мы будем дальше стремиться все вместе делать наш город красивее, уютнее, добрее. И все больше и больше людей будет к нам приезжать не только в гости на День города, но и, я уверен, что переезжать сюда будут жить.